Привет, друзья, подписчики мои. Слушайте, 100% аппарат. Я сегодня приехал сюда, и я безумно расстроен, что он немножко пустой. Но в целом здесь есть любопытные призы за 50 рублей. Реально, весь нижний ряд здесь просто скипнули. Я, честно говоря, не помню, как играть здесь. Дело в том, что этот аппарат, я еду на него 2 часа, 2 часа обратно. Узнать, есть тут какой-то игрушки или нету каких-то игрушек, мне возможности нету. Ребята решили устроить... Короче, там мой туалет. Мы сегодня что делаем? Мы сегодня играем на 1000 рублей. Будем выигрывать, что я думаю, мы заберем, посмотрим. Ну, маску, Бравл Старс, брошку за полтос, Пикачу. Я предлагаю пройтись просто по всем дешевым призам, выиграть все призы. В принципе, смотри, 50 рублей цена игры, здесь призов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пятихатка, призов 20. Слушай, по полтинничку. Они, причем, мне кажется, они то ли переделали, то ли здесь теперь 3 ряда за 50. Но я могу ошибаться, в комментариях напишите. Более того, смотрите, сверху у нас есть какой-то прикольный фотик. Ну, стоит 200 рублей, я не знаю, может, в конце попробуем его шлепнуть, но непонятно. И еще, ребят, смотрите, кто-то пытался вырыть VR-бокс, у нас такой уже есть, не знаю, что делать с ним. Короче, он застрял, и непонятно, как он так застрял. То есть, прикинь, кто-то выбивает его с верхнего ряда за 200 рублей, и он застревает даже не наверху, а он застревает где-то вообще внизу. И получается, что вот эти вещи вытаскивать нет смысла. Я хотел сегодня выиграть какой-нибудь чехол для AirPods, но тут какой-то он слишком... Ну, типа, мне нравится прошлый Mercedes-Benz, клево, мы там вытащили, было клево. Окей, заряжаем, косарь пробуем. Такс, главное, чтобы мои очки не упали. Итак, я не помню, как он действует, один раз, два раза. Начнем это проверять с Bravo Stars, он лежит на краю, стоит 50 рублей. Поехали. Да, друзья мои, он работает один раз. Я не знаю, цепанем или не цепанем, лолку мы точно не цепанем, но мы, главное, проверили за 50 рублей, что он работает только один раз. Попробуем. Вдруг получится. О, изи, получилось. Отлично, ребята, хотя я и не довел. Но, тем не менее, мы уточнили. Смотри, маска, кстати, кто-то уже ее развернул. Она там на прозрачной какой-то штучке держится. Забирай маску. Так, это надо настроиться. Подождите, с одного раза это сложно. Так, пробуем. Ах, немножко не довел я, к сожалению. Но мы все равно заберем, в любом случае. А, нет, смотри, цепанул за резиночку. А, отлично, ребятки, 100 рублей, 2 при... Стоп. Кредит 46. Получается, он как-то это... Я вот все время сбиваюсь. Как он? 46, 48. Мы потратили 100 рублей. Почему 46? По идее, 40... А, нет, по 25 он считает. Ладно, короче, потом разберемся. Итак, отлично, два приза у нас есть. А что мы забираем дальше? Мы забираем дальше... Я не знаю, что там за Bravo Stars, ребят. Bravo Stars, там только эта фигурка, то ли фигнюшка. Я хочу тут зажигалочку по зипу, которая типа с пистолетиком. И плюс хочу Пикачу. Так, ну мы сейчас забираем все дешевое, поэтому хотел бы наушники, но наушники слишком криво стоят, мы их не сможем вытащить. Давай еще один Bravo Stars шлепнем. Сейчас попробуем. Ай, вроде получилось у меня. Должно получиться, по крайней мере. Да, получится, у нас получится. Получится, получится, получится. Вот. Вот это, ребята, клевый аппарат. 150 рублей, 3 приза, изи. Вот это мне нравится. Не то, что мы тогда играли в другом месте неприятном. Так, хорошо. Кстати, здесь есть прикольный, смотри, как сказать правильно, висюлька на шею, чехол для AirPods. Окей, Лолу не хочу. Может, вот такой приколдесный браслетик выиграть или Пикачу? Слушай, тут опять лежит эта плюшевая игрушка, я больше не поведусь на этот развод. Кстати, смотри, AirPods в стиле Hermes лежат. Но, ребята, они лежат очень хитро. С первого взгляда может показаться выиграть их легко, но, к сожалению, будет ровно то же самое, что было вот с этими наушниками. Видишь как? Один раз кто-то ее сдвинул, кстати, здесь время не двигается, поэтому аппарат норм. Слишком много я сегодня что-то разговариваю. Так, окей, хорошо. Давай Лего. Лего или... А, зипку я хотел. Ну, слушай, зипку это, конечно, опасно. Надо настроиться. Подожди, попробуем. Так, главное... Блин, это сложно. Так, пробуем. Ага, получилось. Сейчас главное отпустить вовремя. Должно получиться. Отлично, 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 зайчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ничего страшного. В принципе, все равно хорошо мы сделали. Мы либо забираем со второго раза, либо... Ну, нужна? Ну, вроде нужна. Попробуем. Давай еще раз. Мне кажется, выше. Выше, ниже, ниже, ниже. Ну, отлично. Отлично. Она дико наверняка покоцалась. 100%. Но ничего страшного. Слушай, ну, блин, даже не знаю. AirPods Hermes выиграть, что ли, для чехольчика? Мне, не знаю, у меня BMW самый клевый чехол. Других не хочу. Что еще? Таноса, Лухари, что-нибудь.
Майнкрафт, что ли, забрать? А, давайте Пикачу. Нет, Пикачу. Хотя попробуем, давайте. Далеко поедем. Ура! Опа, а он, кстати, не дал больше. Слышишь, это его максимальный, этот самый. Если не получается, то выиграть его будет нереально. Получится, должно получиться. Ну-ну-ну-ну, отвались. Нет, короче, я его выиграть не буду пытаться, потому что он тупо не доходит. У него стоит отбойник, и мы, получается, ну, даже нет смысла пытаться с этим Пикачу бороться. Это глупо. Тогда мы забираем брошку. Хочу брошку. Подарю кому-нибудь. Брошечка, 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 брошечка. А, отлично, ребятки. Брошечку мы тоже забираем. Слушай, ну мы сегодня уже неплохо призов шлепнули. Да, они маленькие, да, они особо не нужные. Но в целом все равно приятно что-то выиграть. А, выиграем мы вот эти вот наушники. Попробуем. Опа! Должно получиться. Так. Получится? Отлично. Нет, не получилось, представляешь? Слушай, а они, кстати, зацепились. Блин, они зацепились за стекло. Но мы должны уже забрать. Поэтому... Опа. И заодно еще браслетик из Xiaomi попробуем. Шлеп. Опа. Ну да. Ну и, в принципе, мы браслет от Xiaomi можем забрать. Но нужен он ли нам? Я хочу Пикачу. Это поп-сокет, короче, Пикачу. Это не просто Пикачу, это поп-сокет Пикачу. Может быть, Майнкрафт... Не знаю. Ну, объективно, забирать просто, как сказать, браслет для AirPods, наверное, глупо. Может, с верхней вряд, но наверху ничего такого особого нету. Микрофон за 200 нет. А, фотоаппарат, слушай, фотоаппарат за 200. Ну, давай, рискнем. В принципе, а там еще наушники. Они, короче, как-то упали. Вот посмотри, они как-то лежат криво. Вот видишь? Китайские, кстати, эти AirPods, кстати. Мне интересно, там будет один или два. Вообще, по идее, они должны писать, что в коробке типа один, чтобы я не думал. Но их я не буду. А вот фотик минимум прикольно. Мне прям интересно, он фоткает сразу или это... Смотри, там еще видеокамера. И даже можно его к компу, что ли, подключить. Обалдеть. И даже флешку можно впихать. Окей, 32 кредита у нас. Попробуем. Так, тут главное настроиться. Он очень высоко. Чисто наобум. И там еще, блин, наушники мешают, мне прям неприятно. Вот они прям стоят очень криво. Попробуем. Текс. Не получилось. Не получилось, но придется его добивать. Видишь, из-за наушников. Хотя я на самом деле, это мой косяк, надо было вести еще немножко дальше. Теперь получается, куда нам надо вести, чтобы мы его забрали. А хотя он, может, вообще не выдаст нам его. Ну, мы попробуем. В принципе, мелочоги мы сегодня набрали. Ролик уже, в принципе, снял. Так, смотри, он стоит у нас... Ага, где-то надо тормозить на правилах. Попробуем. Вроде здесь. А, в прошлый раз этот VR-Box тоже у меня рублей 400 обошелся, кстати. Но я сам не до конца немножко довел. Ну тут сложно, когда призы наверху, их пойди так угадай, куда бить. Опа, отлично. Что бы там ни было, мы это забираем. Отлично. 16 кредитов у нас остается. Еще один ремень. Короче, проблема этих ремней, ребят, мне они не налазят. В общем, они очень маленькие. Причем, я не знаю, какой у них размер, но на мои 52 они вообще никак не налазят. Там, ну, не сходится. Не знаю, в чем прикол. Ну, видимо, из-за цены, поэтому они стоят 100 рублей. В принципе, наверное, нормально. Так, окей, ну что, мы так... Кстати, я собрал начивки, и у нас, может быть, Таноса. Вот Таноса нам не хватает. Но он так криво лежит, он китайский, мне вот так не хочется. А в принципе-то и все, мы все, в принципе... Ну, блин, за Гермесом бороться. Ну, давайте попробуем чисто по фану, по приколу, ради вас. Попробую бахнуть сейчас Гермес, может, получится у нас. Попробуем. Но, честно говоря, это только ради вас сейчас. Мне главное понять, если мы... Наверное, надо бить вот в этот угол. Прям в центр надо шлепать. Попробуем. Немножко я промахнулся, но ничего страшного. Или так, нормалек. Слушайте, за 200 рублей, в принципе, годится. Да, я думаю, что мы их сейчас заберем. Правда, дико непонятно, сколько у меня осталось еще денег попыток. А, пробуем. Надо их забирать, а то они слишком смачные. Опа! Давай. Нос! Отлично, ребята, отлично. Хотя я не сильно это планировал, но все равно приятно. А что еще-то? 8 кредитов, это получается, наверное, рублей 100, в принципе, и осталось, да, сколько я полагаю? Ну, один чехол мы уже забрали. Танос хочет что-нибудь еще? Ну, просто, понимаете, если мы будем сейчас бить за ряд за 100 рублей, у нас кончатся попытки. Если мы будем бить за полтинник из первого раза, со второго мы не выбьем, то у нас тоже кончатся попытки, короче.
Или по приколу еще один. Ну зачем мне ремень? Чисто ради вас, чтобы вам показать. Я уже 3 раза его показывал вам. Майнкрафт не хочу. А я просто не уверен. Вроде должен дойти до ремня, да. Ну по прикольчику, что ли, его забрать. Пригодится, может, подарю кому. Ладно. Опа, немножко, мне кажется... А, нет, должно получиться. Я думаю, должно получиться. Но если нет, то нет. В принципе, я не сильно расстроюсь. А, нет, забираем, нормально. Ну, неплохо. Слушай, а подожди. А у нас 200 рублей, получается, оставалось. Блин, а что тогда еще мне забрать? Так, отсюда вытаскивать не вариант, там эти VR-буксы лежат. Для машины мне ничего не надо. Вот это, короче, накладка на камеру. Я так и не разобрался, что это. Какая-то китайская фигня, она еще портит мою камеру. Тогда давайте, может быть... Давайте тут заколочку что-нибудь попробуем выиграть. Так, сейчас. Опа. Хорош. Годится. Отлично, и еще у нас, я не понял, 50 рублей, все, я понял, 50 рублей у меня остается, выбор неочевидный, у нас есть LOL, которая раскрутится и не даст мне ее, у нас есть Майнкрафт, который, не знаю, давайте, наверное, лучше, знаете как, лучше не выиграть Майнкрафт, чем выиграть или не выиграть браслет к Xiaomi, вот давайте, наверное, с него попробуем ему завершить ролик сегодня, вернее, мы еще посмотрим эти все призы в студии, так, ну давайте. Ай-яй-яй-яй, мне кажется, немножко... А или получилось, или получится, вроде получится. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй, отлично, ребята. Все, бабло кончилось, кредитов у нас ноль. Давайте посмотрим, что мы выиграли. Выиграли мы там на самом деле много чего и какой-то приколюхи. Опа, мой рюкзак походный. Так, будем сразу забрасывать. Потом мы это посмотрим в студии. Опа, привет, ребята. Чё, как у вас дела? Отлично у нас дела. Здорово. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Как да. Пейзун обзор игрушка называется. Вот, а давайте я выпьем что-нибудь подарю, что раз уж вы тут все пришли. Что-нибудь, почему нет? У нас сегодня... Так, здрасте, масочку давайте. Будем прям так. У меня тут подписчиков. Привет. Здорово. Короче, здорово. Это масочка, держи. Спасибо. Так, вот, девчонкам брошки выиграл, девчонки. Брошечки вам. Девочки вам. Что еще? Полно всякого. Так, фотик это я себе возьму, зажигалку тоже вам не дам. Блин, полно всего. Короче, ребята, в общем, сейчас мы поделим с ребятами призы и уже в студии с вами увидимся. Мы уже в студии, но я уже рассказывал, как я тут кролик из басни. В общем, я отдал призы подписчикам, я выиграл гораздо больше, чем покажу вам сейчас. Отдал ребятам, почему нет, там стояли две девчонки, я подарил им какие-то брошки. Еще там ребята у меня отжали мои Hermes, этот самый чехол для AirPods. Уж не знаю, зачем он им, надеюсь, у них есть AirPods. Вот, там, по-моему, наушники у меня ребята взяли и маску, соответственно, я отдал. Хотя маску, блин, хотелось вам показать. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, призы у нас все равно сегодня еще остались, а вам показать хватит, я думаю. Итак, смотрим. Что же это за коробочки? Сундучки, коробочка с Бравл Старс. Тут что у нас? Фигурка, да. У нас здесь фигурка. Очень странный, жуткий ворон с ножом. Вот этот парень выглядит как минимум опасно. Дальше у нас вот такие вот карточки здесь. Карточки-блестяшки. Любопытненько. Дальше у нас второй коробочка. Вот, единственное, жалко, что вот если бы в этот аппарат прийти тогда, когда там полностью призы стоят, вот нижний ряд, прикинь, там 3 ряда по полтиннику, куча разного дешмана, но я так полагаю, что вам это нравится больше, потому что ты вытаскиваешь VR-box, там понятный VR-box, а здесь что-то интересненькое, маленькое и всегда приятно выиграть. А вот такая вот фейковая зипка, она... Слушай, она даже, кстати, удивительно, но она, во-первых, она новая, я вам так скажу, во-вторых, у нее стоит кремень, и у нее есть фитиль, то есть, в принципе, зажигалка рабочая. Вот, надо только заправить, и все будет в порядке. Но ребятам я ее не отдал, потому что, ну, негоже ребятам такое играть. Дальше этот ремень, очередной мой ремень из этого аппарата. Ремни я вижу только в этих аппаратах, немножко он разъехался. Я не знаю, они маленькие, я уже говорил, они прям очень-очень маленькие. Они еще маленькие из-за того, что здесь вот эта вот штучка, рисочки такие, чтобы она закрывалась, чтобы ремень застегивался, делался размер меньше. Она получается сама очень маленькая по себе, тоже детские ремни. Хотя выглядит по-взрослому. Так, дальше у нас Майнкрафты. Наверное, Майнкрафта я оставлю для своего канала про конструкторы. Вот.
А потому что здесь у нас, не хочу распаковывать, да, наверное, знаете, что, как мы с вами поступим? Я эту штучку открою на канале, пока еще Брикзон, но скоро переименую его в Бейзон, вот ссылка в описании на мой канал про конструкторы, и мы, когда Майнкрафт побольше я соберу, чем-нибудь такого приколдесного, я потом в одном выпуске все это открою, и мы сравним заодно и качество, потому что сейчас вам это здесь неинтересно, а там, я думаю, будет клево. И давайте посмотрим финальный приз, это у нас Summer Vacation. Summer Vacation, у нас фотоаппарат. Обалдеть. А, он такой маленький, там коробка такая была. Ого, слушай, ну это вот солидно. За 100 рублей мы его выиграли. Посмотрите, здесь у нас есть висюлька, можно его подвесить. Здесь у нас есть микро-USB зарядка. То есть, в принципе, даже этот провод можно для чего-то использовать. И у нас вот такой вот фотик. Вы представляете, приколдеса. Слушай, я бы знал, что он такой, я бы его зарядил. Получается, это просто маленький фотик, куда можно вставить еще и карту памяти. Более того, здесь у нас есть, смотри, видео кэпчур, фото кэпчур, connect to your computer, build to your camera, expand. Короче, то есть я не знаю, насколько эта штука будет работать. Давайте я, наверное, блин, я не хочу. Давайте, ладно, окей, я ее сейчас заряжу, и мы с вами посмотрим. Я тогда только все уберу, потом я уже в конце ролика подсниму, чтобы вам показать. Потому что мне прям интересно, что же здесь за такая вот штучка-дрючка. Ну, выглядит, по крайней мере, внешне довольно эпично, символично и смотрится здорово. Попробую ее зарядить сейчас. Слушайте, в общем, тема такая. Короче, я его решил вот от АКБ вам показать. Значит, смотрим. Ну, вот такой у него экранчик. Вам передают плохо, тут видно чуть получше, но он, смотри, что происходит. Он no card пишет, то есть он не работает на флешке, без флешки. Стоит 1.1.9. Здесь, в принципе, еще есть настройки. Так, мы сфоткали. No card. Вот, здесь, короче, много разных настроек. С таким еще звуком. То есть, побаловаться ребенку, я думаю, флешку-то найти вообще без проблем. И, в принципе, эта штучка реально, то есть она работает. Но без флешки не работает. Вот, теперь точно все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.